Ну, как-то не удается австрийцам найти игру. Ну вот, как нашел треш, да? Семь мячей подряд выиграли, да, как будто? Вот 15-40. Ну, конечно же, пару. Затишный клиник нет. Не без везения здесь, Абат. Ну, наказал сейчас. Неудачно пока играет. Ух ты, как здорово. Ну, он мощнее, конечно. Опа. Роджер Байер приезжал по манам. Обыграли Кьютинери и Федерера, между прочим. Нет, он хороший парный игрок, и у него очень много хороших побед было. Ну, это неплохая подача была. Ну, да, только Родику, допустим, да? Потому что это, в общем-то, чуть ли не национальное игрование. 13 раз они участвовали в итоговом турнире. Аут. Нет, ну это не прием, конечно. Еле-еле дотянулся до 200 км в час. А что касается австрийцев, то они значительно уступают по мощи своей подачи. Ой-ой-ой, ну что же, вроде бы и взялся, но вот тот матч на полуфинал на US Open против... Надеюсь, что нас в следующем сезоне Рафа покажет. Брисбен, да, должен играть, по-моему. Ну, Федерер. Как засчитать его? Наверное, попался. 30-0. Очень активно. Во всяком случае, играть активно. А что касается Марка, то он, в общем-то, бегает по задней линии. Нет, не попадет мяч. Ну, хорошая косая подача. Аут. И еще прям такая же весной. О, как выпрыгнул. Хорошо. Да, здесь уж. Какая будет вторая подача? Ну, не успел. И очень здорово. Ну, вот. Ох ты, как. Пулей просвистел меня. Да, ну вот и реализовал. Матч будет показан в записи, он будет показан на этом же канале, нашем «Игра», по окончанию мужского финала. Ну а с четверга еще и парные игры будут. Будет транслировать, показывать. Но в... Ох ты, как здорово! Не дать ему кири. Ой, как... Да. 70% в первых геймах, а затем резко снизится. Но сейчас на данный момент, наоборот, австрийцы подают первый. Ну, хорошо. Ох, как хорошо. Делают, в общем, конечно. Не получился. Да, ну вот просто... Thank you.
Ой, как мягко. Нет, мяч покинул. Вот, наконец-то за. Очень мягко играет. Вот. Ой, как не повезло ему, да? Выстоял. Какие... проиграл в одиночке, он совсем же еле живой. Вот красиво. Ну, точно. Ну, вот опять Мельса. Вот Мельса, как всегда, да? Посмотри. Да, вот как раз вот. Остановил игру. Попал, конечно, даже запасом только еще. Аут. Ой-ой-ой. Неужели правда аут? Да, аут. Небольшой аут. Что-то за... Ну, никак забить не будешь. Вот я бы не мешался. Не? Это, конечно, самый престижный, какой только есть в Австрии. Турниры серии 500. Ну, безусловно, эта пара будет играть. Получит они возможность там выступить. Проиграл Куриту и Мараху. Мистер так и выиграл. Ну, тут уже и повезло. 46%. То есть... 15. Аут. Да, обречен. Вот так выглядит. Интересный разыгрыш был. Это, конечно, не, допустим, в общем-то, угадать, что он будет делать. Предсказать. Старается быть корректным по среднему. Корректным по среднему. На Анфиса иногда смотришь и просто не понимаешь. Чемпионского тайгера, как по-разному называют. Перестрелка, да? Нет, пока. Ух
ты, ну как повезло сейчас. Это выдвигалась молодежь, а уже и произошла смена поколений. Вот. Выиграл Надаль, да, на US Open, потом выиграл турнир уже здесь, в Европе. Был период, когда он хорошо заиграл, да, вот этот Монте-Карловский турнир. Да, срочно. Нет, сполз мяч. Мой. Ну, это самый интересный образ. Так, второй сет был. Ну вот и все. Итак, вторую партию со счетом 6-4. Аут. 3-0. 3-1. 3. Ой-ой-ой-ой-ой. 5 мягко себе. Нет. Да. Какой же хитрый, а? Да, и все умеется. Были матчи как раз, когда из-за пижонства он и проигрывал. Ой-ой-ой, вот это кабал на подаче. И очень хорошо. Здесь тоже. Вот опять. Ну, не хватило жесткости. Вот он играл. Ну, тут он. Ух ты, достал. И опять смеш. Да, вот это. Ну, слабое место мы видим, оно как раз, где тонко там и рвется, да? Стабильно плохо, да.